кое-что уточнить. Итак, дорогие друзья, давайте поприветствуем молодого человека. Где же вы находитесь? Покажитесь. Прямо здесь. И что, вам слово? Спасибо. Алина, возьми, пожалуйста, букет цветов. Поздравляется. Алин, ты самая прекрасная девушка в мире. Я тебя очень сильно люблю. Ради себя я готов просто завершить все и еще чуть-чуть. Алин. Возьми его как подарок в честь моей победы. Пожалуйста, сделай мне приятно. Возьми. Итак, дорогие друзья, давайте еще раз поддержим влюбленную пару. Аплодисменты. Алиночка, это просто подарок. Парни, запомните раз и навсегда. Если вы становитесь на колени, особенно на большой публике, женщина видит в вас не мужчину, не рыцаря, не Дон Кихота, ни кого-то еще, кроме как тряпки, которые сейчас размазываются, не нужны женщине вот такие вот тряпки. Ну, за исключением только того случая, если она непосредственно ищет себе того, кто будет за ней бегать, ухаживать и за ней все подтирать. Это первое. Второе, почему сейчас она себя так повела? Как я понял, она выиграла какой-то определенный конкурс красоты, и, конечно же, перед ней открылись совершенно другие горизонты. А зачем ей этот парень нужен, когда там уже другие мужчины?